Здравствуйте, я Раксина Арина. И сегодня с вами я буду выбирать решения для здоровья своих суставов. Многие скажут, что они и так внимательно относятся к своему здоровью. Но почему же тогда мы ежедневно подвергаем риску свои суставы? Какому, удивитесь вы? Вспомните хотя бы высокие каблуки у женщин, каждый сантиметр которых дает нагрузку на позвоночник 10 килограмм. А тяжелые кейсы и портфели у мужчин, дающие несимметричную нагрузку на руки, плечи, шею. А когда мы случайно падаем на улице, разве мы думаем о возможных переломах и вывихах? Нет, но это и не нужно. Достаточно один раз задуматься о защите здоровья ваших суставов. Один раз задуматься о Butt & Joint. Спортсмены занимают второе место в группе риска по заболеваниям суставов, поэтому многие отказываются от занятий. Но не станет ли это ошибкой? Для того, чтобы прояснить ситуацию, я отправилась в фитнес-зал. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. В последнее время у меня болят суставы. Я решила на время отказаться от похода в спортзал. Как вы считаете, физические нагрузки могут мне навредить? Редкие, чрезмерные и неправильные физические нагрузки, безусловно, могут навредить вам. Но отказ от занятий спортом при заболеваниях суставов – это серьезная ошибка. Упражнения важны, а в некоторых случаях и вовсе необходимы. А какие комплексы упражнений вы могли бы посоветовать? Существуют различные комплексы, но прежде чем выполнять какие-либо упражнения, необходимо получить профессиональную консультацию для определения характера и стадии заболевания ваших суставов. А сейчас могу дать вам несколько надежных советов. Во-первых, посещайте бассейн помимо занятий лечебной физической культурой. Плавание оказывает самое благотворное влияние на весь организм и в том числе на суставы. Во-вторых, поддерживайте и обеспечивайте здоровье суставов изнутри. Заботьтесь о них и снабжайте их строительным материалом и питательными веществами. А какие питательные вещества мы можем получить, принимая Butt & Joint? Лучше всего на этот вопрос ответит производитель продукта. Поэтому я связалась с Тьерри Боксиса, менеджером по маркетингу экспертных операций концерна Аркофарма, который с удовольствием согласился с нами поговорить. Hello to all distributors. I'm Thierry Boxis, head of marketing, export marketing in Arkopharma. Добрый день, уважаемые дистрибьюторы. Позвольте представиться. Меня зовут Тьерри Боксис. Лаборатория Аркофарма – это основной стратегический партнер Vision. Vision построила совместно с Аркофарма собственную фабрику в Ирландии – Nutrifarma. Производство продукции строго соответствует стандарту GMP. Давайте поговорим о преимуществах продукта Enjoy-NT. Первый важный ингредиент в составе Enjoy-NT – это глюкозамин. Рассмотрим механизм действия глюкозамина. Помогает при выработке коллагена и синовиальной жидкости. Он также обладает гидроколлоидными свойствами и защищает хрящ. Компонент хондроитин усиливает действие глюкозамина, работая с ним в синергии. Хондроитин участвует в создании хряща, а также защищает его от разрушения, обладает противовоспалительными свойствами. Также мы добавили в состав ингредиент, который называется МСМ. МСМ – это натуральный источник серы. МСМ оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, защищает от свободных радикалов. В качестве дополнительного ингредиента натурального происхождения мы выбрали экстракт бамбука, который является богатым источником кремния. Кремний участвует в выработке коллагена и протеогликана, основного белка соединительной ткани в формировании скелета. Основной целью применения экстракта бамбука в БАД является реминерализация. Мы можем с уверенностью сказать, что 4 основных компонента BAD & Joint усиливают действие друг друга. Мы говорим о тройном действии защиты суставов BAD & Joint. Что ж, это весьма убедительное представление Butt & Joint, но в чем же его уникальное отличие от других аналогов, представленных на рынке? Для того, чтобы выяснить это, я провела небольшой эксперимент. Я сравнила состав Butt & Joint и 6 других продуктов, которые можно приобрести в аптеках или в других сетевых компаниях. Результат показал, что 4 из 6 продуктов, в
качестве активных компонентов содержит глюкозамин и хондроитин, а два и вовсе только один глюкозамин. Вывод очевиден. BAT and GNT превосходит все имеющиеся аналоги благодаря расширенному и тщательно подобранному составу, а поразительные результаты его действия не заставляют себя ждать. Дистрибьюторы Vision уже сделали свой выбор. Выбор здоровья своих суставов. А что выбираете вы? Хромать или твердо стоять на ногах? Доверить себя хирургам или выпивать всего одну капсулу в день и навсегда забыть о боли? Полагаю, ответ прост. Вы выбираете здоровье своих суставов. Вы выбираете BAT and GNT.